Приветствуем всех, кто сейчас находится в зале, и тех, кто присоединился к нам в формате Zoom-конференции. Вот такой наказ она дала сенаторам. Езжайте в регионы, прежде всего встречайтесь с молодежью. Здравствуйте, меня зовут Артем Медведев, я студент Тамбовского государственного технического университета кафедры радиотехники. Вы должны обязательно показать свой интеллектуальный уровень, свою уравновешенность, свою устойчивость к стрессовым ситуациям.